Немецкие игры. В Караганде арестован гражданин Германии, который обвиняется в организации азартных карточных игр. Об этом сообщили сегодня на брифинге в департаменте финансовой полиции Карагандинской области. Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в доме по переулку Музейный, который арендовал гражданин Германии, регулярно собирались люди для игры в покер. Здесь обнаружены и изъяты один покерный стол, 636 штук фишек, колоды карт, а также 317 тысяч тенге и 200 долларов США. 16 марта Нидинсу предъявлено обвинение по статье 269 прим. 1, часть 2, пункт Б Уголовного кодекса Республики Казахстан и в отношении последнего судом санкционировано мера пресечения в виде ареста.